Всем салам из солнечного апрельского Ташкента, друзья. Мы находимся в Бродвей, Цайлгох. 20 апреля, суббота. Вот как выглядит эта пешеходная улица. Здесь я снимал, конечно, но здесь вот такие вот изменения. Ресторан Заракшан бывший. Вот такая куча туристов. Ну, там идет стройка. Ну, а здесь наши у нас художники уличные. Сейчас мы немножко прогуляемся по Бродвею. И я вам покажу, как выглядит весенний апрельский Ташкент. Вот такие вот у нас везде охрана. Очень сильно изменилось с прошлым годом. Посмотрите внимательно. Вот такая вот она, эта улица стала. Очень много нововведений. Вот какое-то здание там построили. Помните, здесь из лука стреляли? Ну, здесь что-то построили. Уличные мастера, художники. Ну, кто любит Ташкент? Вот так изменилась эта часть города, друзья. Юрта есть. Это VR, наверное. Аттракционы. Вот такие вот павильоны строят, инсталируют для мастеров прикладного искусства, друзья. Очень хотел с вами поделиться этой прогулочкой. Ну, а вот сюда лук перенесли. Вот они там раньше были, там здание построили. В общем, смотрите, газон, все облагородили вообще просто красиво, да? Смотрите. Урны, газоны, скамейки. Вообще все красиво, все аккуратно. Приходите, отдыхайте, друзья. Это днем такая я гуляю. Вечером будет здесь очень многолюдно. Так, вот эти вот все раньше стояли. Здесь посреди улицы сейчас их всех вот аккуратно.
Вообще газоны очень красиво сделали. Просто сказка. Вечером будет очень многолюдно. Ну, смотрите, что здесь будет. Скоро будет музыкальный фонтан. Как вам такое, друзья? Здесь будет музыкальный фонтан. Ну что, деревья, наверное, срубят. Или как? Контактное лицо. Вот так вот. Такая прогулочка, пожалуйста. Ну, дерево вообще красивое. Настольный теннис, пожалуйста. Ну, вечером, конечно, будет здесь очень многолюдно. Ну, там еще целая куча настольных теннисов. В общем, карманы набивайте и вперед. Здесь можно будет отдохнуть. Ну, а вот так можете посмотреть. Такие вот лаваши у нас. Ну, цен нету. Здесь скамейки установили. Ну, а мы направляемся к скверу Амира Тимура. Такие торговые ларьки. Закуски можно купить, напитки, мороженое, теннис поиграть, посидеть, отдохнуть. Очень много скамеек. Вот Адлия Вазерлиги, министерство. Юстиции, да, получается? Вот такая вот красивая улица. Ну, везде пепси-кола. Что-то реклама такая сильная. В общем, я не рекламирую пепси-кола, я просто гуляю, вам показываю сегодняшний Ташкент. Вот он у нас. Памятник Амиру Тимуру. И сейчас здесь будет парад военной техники или что там. Ну, надеюсь, я уже этот ролик выставил. Ну, вот такая вот подготовочка. Пока парад не начался, я вам такой небольшой обзор. Сайлгох, Бродвей. Вот он, Сайлгох Кочаси. Скоро закроют эту улицу. Ну а пока я пройдусь по подземному переходу, выйдем на сквер, должны дорогу закрыть. И следующий ролик, ну,
в общем, будет. Парад вооруженных сил Узбекистана. Сейчас мы прогуляемся еще по скверу. Вот. Очень красиво, смотрите. Зеленый Ташкент, весенний вообще. Немножко пелена такая. Но так не многолюдно. Многие, наверное, не знают. Но в 12 часов должен начаться. Поэтому я потихоньку пойду туда. Оттуда должны прийти. По моим расчетам. И это будет уже другой ролик. Который, наверное, я уже показал. Ну а пока посмотрим, как выглядит сквер Амира Тимура, бывший сквер революции, Октябрьской революции. Вот деревья опять вот уже поболее стали. Ну, лет через 10-20 здесь будет, конечно, очень зелено. Деревья вырастут. Конечно, это не те чинары, которые были. Вот они, военные, собираются здесь. Это у нас памятник Тимурлану, Амиру Тимуру. Сейчас я вам красивый ракурс покажу. На фоне отеля Узбекистан. Как вам такое, друзья? Вот такой вот красивый вид. Очень много туристов. Это у нас куранты, оригинал. Ну а та за деревьями, вон копия. Она без флага. Да, раньше здесь были исполины такие деревья. Здесь вообще было очень-очень зеленый. Тенистый уголок Ташкента был. Ну, скоро, наверное, опять будет. Подождем несколько лет. Вот такая прогулочка, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Напишите ваши эмоции, ваши отзывы. Будет интересно, делать такие прогулки или нет. Обычно они мне не очень смотрят. Ну, может, подписчиков мало было, сейчас больше, может, будет лучше.
надеюсь. Ну что, друзья, на этом наша поездка завершится, потому что начинается вон там уже. Дорогу, по-моему, закрывают. И сейчас будет этот парад. Он должен сюда прийти. И буду делать новый ролик. Ну, пока дойдет, еще время есть. Ну, я вам такой еще маленький обзор. Вот узбечка. Вот так все зелено здесь. Конечно, хвойных деревьев много, но... Но есть и другие тоже деревья. На этом всем спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь. Жду ваших отзывов. Всем удачи и здоровья. И пока, друзья.